Американский средневес Ламар Расс рассказал о спаррингах с казахстанцем Геннадием Головкиным. «Я спарринговал с Трипл Джи. Он крутой парень, насколько я оценил бы силу его удара. Думаю, 9 из 10, определенно. Я бы поставил ему высокую оценку», признался Расс. Напомним, свой последний бой Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе. Он проиграл решением большинства мексиканцу Саулю Альваресу. Ожидается, что Геннадий вернется на ринг весной. Однако его соперник пока неизвестен. Одним из наиболее вероятных вариантов считается чемпион мира WBA Супер во втором среднем весе Каллум Смит. Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в интервью объяснил, почему бой с обладателем титула WBA Супер во втором среднем весе и победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии Каллумом Смитом станет самым опасным в карьере казахстанца Геннадия Головкина. Смит сейчас в прекрасной форме, он способен подраться с любым боксером, Головкин прошел свой пик, и уже не выглядит несокрушимым, в их поединке шансы равны, с другой стороны, Головкин поднимется в весе и будет сражаться с парнем, который гораздо больше него, это очень опасно для здоровья, есть определенный риск, что после этого боя Головкин может завершить карьеру, ведь у Смита, в отличие от Канело, есть хороший удар, поэтому Головкину нужно хорошо подумать перед тем, как согласиться, поделился Бен Смит. Ранее Том Леффлер объявил о переговорах с Эдди Хирном, представляющим интересы Смита. Они обсудили возможность организации боя на стадионе Энфилд в Ливерпуле в мае 2019 года. Сам Хир назвал главным кандидатом на этот бой со Смитом именно Трипл Джи. 14 декабря в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого 25-летний российский боксер Айкших Назарян встретится с соотечественником Федором Папазовым. Поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса и обещает быть упорным и зрелищным. В своем прошлом бою, состоявшемся в июне этого года, Шахназарян одержал победу над экс-чемпионом WBO в первом полусреднем весе Демаркусом Корли. Папазов выходил на ринг в марте, победив немца Хавикаби Брахама. Are you built for this? Yeah.